планете о прогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – торговая сеть «Медвежонок». 10 октября, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 1 градус тепла. Днем будет плюс 3. Ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 10 октября – день Саватия. Заканчивались пчелиные девятины. 9 дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в амшанники последние ульи. Заниматься другой работой, кроме той, что связано с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом. Говорили, что все сделанное сегодня не пойдет на пользу. Но пользу принесет поход к нашему спонсору – торговую сеть «Медвежонок». Детская обувь «Медвежонок» – красивая и удобная обувь для ваших детей. Солнечного вам настроения и до свидания!